Всем привет! Меня зовут Александра Козеева, и я сертифицированный HR-эксперт. Вот уже более 5 лет я обучаю персонал медицинских стоматологических клиник, как работать с пациентами. И в ближайшее время я проведу для вас обучающее мероприятие на тему поведенческой типологии DISC или как подписать план лечения с пациентами в зависимости от его типа личности. DISC – это аббревиатура 4 типов личности – D, I, S и C, где D – это доминирование, I – это влияние, S – это постоянство и C – это соответствие. D – быстро принимающие решения, властные и любящие новые и необычные товары и услуги. Ай, яркие и коммуникабельные, любящие броские, необычные предметы и товары, принимающие решения импульсивно и эмоционально о той или иной покупке или о заключении сделки об услуге. С, спокойные и доброжелательные, но медленно принимающие решения, любят больше традиционные товары и покупки, не любят рисковать, когда выбирают услугу. Си. Недоверчивые и серьезные. Как правило, совершают покупки четко и по делу, так, чтобы товар или услуга отвечали всем необходимым характеристикам. Эти пациенты приходят в вашу клинику за стоматологической реабилитацией. И только от вас зависит, как вы сможете презентовать и аргументировать план лечения. Либо они останутся у вас, либо уйдут к конкурентам. 16-17 октября я проведу обучающий курс на площадке учебного центра Мега-100. В рамках этого курса вы научитесь различать типы личности ваших пациентов, выстраивать эффективную коммуникацию, переговоры и аргументацию в пользу оптимального плана лечения в зависимости от типа личности вашего пациента. До встречи!